Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян. Певица устроила россиянам неприятный сюрприз, когда поддержала провокацию президента Украины Петра Порошенко с введением в стране военного положения и отказалась ехать на запланированный концерт «Песня года» в Москву. В итоге она испортила отношения с Россией, а на Украине ее поступок также оценили не все и даже устроили настоящую травлю. Хотя, отмечают эксперты, если задуматься, певица сделала мечту многих зрителей ближе еще на шаг. София Ротару оказалась не первой артисткой, чья популярность тянется за ней шлейфом еще с советской эпохи, которая скорректировала свои планы на выступление в России из-за политики. Ранее в Крым отказалась приезжать и Лайма Вайкули. Опасаться, что скоро российская сцена может обезлюдить без гастролеров из-за границы, не стоит, уверен Вадим Манукян. При этом многие зрители неоднократно высказывали свою усталость от засилия одних и тех же лиц на сцене. София Ротару своим отказом приезжать в Россию дает место молодому и талантливому новичку, практически исполняет мечту миллионов россиян. Однако еще хуже, что в своих гастрольных чесах по городам и весям подобного рода артисты вовсю пользуются регалиями и наградами, полученными, когда они пели ради всеобщего единства и дружбы. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!